Вот и все. Уже время кончалось. Не осталось, совсем не осталось. Разве только лишь самая малость. Разве только лишь пара минут. Эта женщина многое знала. Эта женщина все понимала. Но, вцепившись в рукав, умоляла: «Поклянись, что тебя не убьют». И мужчина в ответ улыбнулся, странно глядя куда-то вперед. «Не убьют», — он сказал, и запнулся, потому что вдруг понял, что врет. Он к ее волосам прикоснулся, но в глаза посмотреть не посмел. «Не убьют», — и он снова запнулся, потому что он лгать не умел. И когда пронеслось над перроном по вагонам, пора по вагонам, он ей долго махал из вагона, растворившись со звуком сирен. Но вагоны уже уплывали, и колеса все громче стучали, и солдаты в платформе кричали: «Мы обратно с победой придем». А потом они долго молчали, а потом табачок доставали, и колеса им все обещали: «Не убьют вас, бойцы, не убьют».